Какой праздник отмечается 25 января? День Татьяны. Этот день принято поздравлять Татьяну. 25 января отмечается Татьянин день. В Татьянин день Бог выбрал ее, чтобы родить сына. 25 января празднуется Татьянин день и День студента. День студента – это когда заканчивается школу и поступает в институт. Там принцип поздравлять Татьяну. Татьянин день и День студента. Я знаю, что один студент – это когда студент праздник. Татьянин день – это праздник Татьяны. День Татьяны. Надо поздравлять всех Тань. Татьянин день. И это праздник всех студентов. Кто такие студенты и что они делают? Это которые работают. Это ребята, которые ходят в институт и получают профессию. Они работники в саду и в школе. Студенты в институтах. Студенты учатся различные профессии. Студенты учатся в институте. И у них начинаются зимние каникулы с этого дня. А ты бы хотел стать студентом? И почему? Студенты – это кто учится, чтобы пойти выбрать себе профессию. Я хочу стать студентом, потому что получаю хорошую работу. Ну, потому что, чтобы меня все уважали. Я хотела стать студентом, потому что хочу какую-нибудь профессию себе создать. Хотела, чтобы стать какой-нибудь профессией, я стану модельером.